Что же мне делать? Ой, математика и прописи. Что же тут выбрать пописать? Друг, пи, ты где? Ой, и пи нету. Лучше сделать и то, и то. Беру прописи, беру математику, карандаш и ручку. О, Хирок, что ты делаешь? А ты? Я тут хочу сделать математику и прописи. А где пи? Пи скоро придет, он попозже. Давай сначала откроем прописи, и пи придет. Не, математику первую. Выбираем. Так, это у нас страница еще. Сколько у нас? 34-35, по-моему, там. 34-35. Да. О! Я же даже не попозже пришел. Спасибо, что открыли математику, но без меня лучше бы было не открывать. Ну и что же нам делать? Давайте вот эти задания. Скажите. Начинаем делать? Ну да. По каждой схеме составь задачу и реши ее. Вот это первое задание у нас. Ну где? Что делать-то? Вот. Вот первое задание. По каждой схеме составь задачу и реши ее. Ну что же. Непонятно, голубя. Так, давайте я попробую. Ну что тут писать? Голуби, голуби, гули, гули. Я сам. Что же тут писать? Скажите. Ну так. Что, голубь? Я не разобрался, что. Давайте делать что-то другое. Ну, например, что? Ну, давай тогда следующее. Дополни условия и реши задачу. Какую? Вот это. Так. У Юры было, надо, видимо, цифру машинок, да. Дополнить условия, то есть эту цифру. Сколько у Юры машинок? Скажите. Так ты сделай задание. А что тут писать? Цифру дополнить какую? Условия. А это уж как ты решишь. Любую? Ну, наверное, да. И я буду писать цифру. Любимая моя циферка, но она тройка. Угу, ну пишите. Так, мне неудобно. Нет, давай, пишите нормально. Давайте я помогу. Только, нет, вы не ровно. Вот, надо писать вот так, чтобы было. Вот. Ну давайте. У Юры было 3 машинок, ему подарили еще 2 машинки. Сколько машинок стало у Юры? 5. Ну пишите ответ. Вот ответ. Нет, сначала тут надо, знаете что? 3 плюс 2, ну 5. И ответ 5. Ну ты хорошо справляешься. А теперь ты попробуешь сам написать примеры. Угу. Ну давайте. Так, это надо примеры, да? А как же я писать? Ты потом попишешь. Я попробую написать 6 плюс 2. Угу. 2, молодец. Пиши двойку. Это какая-то буква Z английская. Ну да, как-то. Ты плохо не... Ну, ладно. Может, тут я тебе немножко помогу. Дальше. Сколько? Ну, как делать либо столбик, либо строчку. Ну, давайте я подумаю. Так, ну давайте. Давай 9. 9 у тебя точно хорошо получится. Ну, как-то на 0 больше похоже. Ну да. Я пока что не очень пишу. Ну ничего, можно научиться. Ну, ты немножко тогда поисправь еще раз, почетче, чтобы это было видно, что это девятка, по крайней мере. О, ты нет, еще... Нет, так это совсем ноль у вас. Вот так палочку? Да, вот так вот. И не все. Не полукруг и палочку, да. Дальше. Тут надо написать. Так, тогда. Угу. 4 плюс. 4. Молодец, 4 у тебя хорошо. А что дальше? Ну, 7 же, 7. О! Правильно, все. Так, перебегаю сюда. Перебегаю вниз. Ах, ух ты, как ты! Ну, хорошо. Так, Дима вырезал из бумаги 2 снежинки. Это я. И Лена вырезала столько же. Сколько всего снежинок вырезали Дима и Лена? Нарисуй схему и реши задачу. 4. 2 плюс 4. Ответ 4. Кто?
написал. Я написал. Так, ты молодец, но теперь попробуйте с голуби, отойдите. Давайте я попишу, потому что вы тут уже всю тетрадь почти переписали. Так, дальше, это у нас что делать? Ага, ну это вот у нас, вот эти теперь схемы. Давайте я напишу, Лина. Давай. Потому что голуби уже написали два раза, да, а мне не дали. Да. Пускай они пока что, наверное, посмотрят прописи, Ну да, нет, прописи пока... Пускай голуби пока что... Пускай отдохнут. Пока что они, знаете что, пока что они там на диванчике полежат с этим, с карандашом. Давайте. Пока сделаем вот эти свои задания, да? Все равно, что они там недолго. Они просто закачают в одно приложение всего и телефон. Одно. Одни у нас двойки, в общем, тут. Ну, голуби пришли. Так, как а раз здесь вы тут понадобились. Вам понадобится линейка в следующем задании. Пускайте пока что Ирок отдохнет немножко, а я буду писать. Хорошо? Не, лучше я напишу, потому так, что... Так, нам тут нужна линейка. Соединять точки по линейке. Ну, сейчас мы принесем. Так, ну что, мы взяли... Вы чего дразнитесь-то? Линейку? Давайте. Вот, Гетер, чего вы дразнитесь? Давайте, берем линейку и соединяем... Вот эти... Делаем четырехугольник. По линейке только нам надо сделать. Четырехугольник? Да. Тут надо вот так все как есть. Да, да. Точками, а вот тут надо по-другому. А там, да, все. Давайте сначала первое задание сделать. Здесь вот мы четырехугольник... Давайте. Только проведите, чтобы ровно от точки до точки, чтобы было ровно. Давайте, Ирон Геттер, вы давно не писали. Так, раз. Надо же вот как он сделать, чтобы было получше. Вот этот вот. Вот так давайте свет. Так, не будем тут. Ой, у нас и голубь упал. И вот где-то свалился. Что-то вы тут не с точкой-то на, как-то не то. Нет. Какое-то загугление. И вот где-то. Ты неправильно, давайте исправим. Ну ладно, давайте. Теперь надо ломаную из трех звеньев сделать. Ну, это задачка не для меня. А для кого же? Для умного голубя, но точно не для меня. Не для такого. Он у нас очень... Хорошо умеет чертить ломаные отрезки. Да, я на это прям лучше всех. Ну, пожалуйста, помоги, пожалуйста. Давайте от точки к точке. Одну точку. Так, начинаем вот так. Как удобнее, так и начинаете. Как больше нравится. Опять. Ух ты, как вы...